Два года назад в церкви Исход города Новосибирска начала свою работу организация «Матери в молитве». За время существования движения ее участницы увидели кардинальные изменения в жизни своих детей. Помимо этого, у женщин есть возможность не стесняться своих проблем, ведь здесь они не одиноки. Бог творит чудеса в нашей жизни, и по вере нашей приходит очень много изменений в нашей жизни. Сын получил освобождение. И я нахожу здесь поддержку, я нахожу здесь любовь. Для меня это мой как второй дом. Галине Живаевой удалось на первый взгляд невозможное. Она смогла объединить отчаявшихся женщин и заразить их надеждой. В группе каждая мать находит участие и понимание. Здесь можно рассказать абсолютно все, не боясь осуждения и сплетен. Ведь важное правило для всех участников – конфиденциальность. Кто хочет действительно спасти своих детей, и кто начнет искать Бога, уповать на Бога, они остаются, и они видят результаты. Наши молитвы, они действительно действенные, результативные. На протяжении 2 лет у нас много есть свидетельств, когда по нашим молитвам эти исцеления были, освобождения, ну что у нас очень тяжелые проблемы у детей. Помимо еженедельной домашней группы, раз в месяц проходят общие молитвенные служения, на которых самым отчаявшимся дадут ответы на интересующие вопросы, подскажут, как поступить в той или иной ситуации, поделившись собственным опытом. Пришла с проблемами, потому что везде и всюду, куда ни обращалась, нигде не находила ни ответа, ни поддержки. Только здесь смогли ответить, поддержать, и в согласии мы нашли силу и прорвали все, какие были проблемы, мы все решаем. Бог с нами, все у нас решается, все замечательно. Не будьте одиноки в своих проблемах. Звоните по телефону 8-913-460-68-60. 7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Благотворительный фонд «Новосибирск без наркотиков» в поселке Машково Новосибирской области организовал районный турнир по мини-футболу под названием «Мы независимы», приурочены к этой дате. Вовлечение молодежи, юниоров, там, студентов и вообще людей в эти мероприятия, оно отвлекает, во-первых, от какой-то мирской суеты и от таких мыслей аморального характера. Я думаю, спорт – это одна из лучших альтернатив для того, чтобы предоставить человеку, который сегодня, может быть, оступился в своей жизни. Спорт объединяет, как правило, подрастающее молодое поколение, как раз ту группу риска, которая более подвержена вот этой опасности, и как бы оттягивает к себе эмоции, драйв. Я думаю, это как раз то, что может отвлечь от этой проблемы. Турнир получился захватывающим и интересным, ведь схватки сошлись 9 команд. Удовольствие от игры получили участники и болельщики. Солнечный день, хорошая погода, приятные люди, хорошая атмосфера. Играющие люди, которые достойны, много команд. Да, были сегодня и поражения, и победы, но главное, что лето пришло, и травка зеленая. Неплохую подготовку показала команда благотворительного фонда «Новосибирск без наркотиков». Ребята заняли 2-е место в турнирной таблице. На 3-м месте оказалась команда из церкви «Краеугольный камень». Фаворитами игры выступили хозяева поля, команда из поселка Машково. Подобные мероприятия дают, во-первых, это дополнительные знакомства. Просто с людьми познакомишься, раньше не знаешь, где-то сейчас пообщаешься, начинаем уже, есть общие интересы, оказывается. Начинаем стыковаться по некоторым вопросам, есть совместные действия, уже намечены планы дальнейших проведения мероприятий. Подобные встречи, несомненно, пропагандируют здоровый образ жизни. Волонтеры фонда «Новосибирск без наркотиков» выполнили свою задачу, а именно показали, как с помощью спорта можно провести свободное время. Спорт, в первую очередь, это дает уважение к людям, а когда есть уважение, человек всегда как бы сближается. И общение, нужно общение для того, чтобы не было лишнего времени занятого где-то. Когда ты постоянно где-то вращаешься, то некогда заниматься наркоманией, всякими бездельем всяким вот таким.
В один из летних вечеров в клубе «Маэстро» прошел хип-хоп-баттл «Микстейп 2», на котором рэп-исполнители соревновались друг с другом в мастерстве владеть словом под пристальными взорами жюри, в состав которого входили директор студии звукозаписи Music Records Макс Вертига, битбоксер Илья Севеневер и финалисты конкурса «Музыка Лайф» Артем Мачнев и Аленка Пак. Участники отметили, что это мероприятие отличалось от подобных качеством организации и почетными судьями. Побольше таких мероприятий проводить, которые, ну, даже бесплатно, кого-то материального возможности нету где-то записываться в студии, участвовать. Вот это главный приз, это хороший вообще приз, вот так вот записываться. Если... Главным организатором хип-хоп-баттла стала инициативная группа «Атмосфера», которая состоит в основном из молодежи города Новосибирска. Ребята планируют за счет подобных мероприятий научить современников проводить свой досуг. На фоне того, что сегодня предлагает различные клубы, город, это... Мероприятие носит нравственный оттенок, и изюм этого мероприятия заключается в том, что все песни, все стихи или все какие-то речи, они в основном о любви, о позитиве. Василий и его команда не собираются останавливаться только на хип-хоп-вечеринках. Ребята уже запланировали ряд направлений для следующих мероприятий. Это юмор, музыка и дискуссионные клубы, которые будут проходить каждый месяц. Уважаемые братья и сестры, просим вас поставить свои мобильные устройства на беззвучный режим и до окончания богослужения не покидать зал.